Украинский шоумен и популярный артист Андрей Данилко, известный образом Верки Сердючки, выступил на фестивале «Лаймы Вайкуле» в Юрмале и даже обратился к Пугачевой. Во время своего недавнего выступления на музыкальном фестивале в Юрмале Андрей Данилко прямо со сцены обратился к эмигрировавшей певице Алле Пугачевой, которая находилась в зале, и торжественно произнес: «Боже, Алла Борисовна, поздравляю!» Затем фрик-русофоб Верка Сердючка спела несколько строчек из хита 75-летней примадонны «Ты возьми меня с собой». А после этого поделилась своими антироссийскими мыслями с латышской публикой, сказав: «Мы живем в сложные времена. Я, конечно, не могла не приехать и не поддержать Лайму». Бурные аплодисменты Лайме за то, что она организует, несмотря на хейт и всех мудаков. В завершение своего выступления Верка Сердючка снова поклонилась Алле Пугачевой и пожелала ей счастья и здоровья. Ее эмоциональное выступление и теплые слова оказались настоящим подарком для примадонны, которая в свои годы выглядит удручающе. Ранее сообщалось, что Андрей Данилко в роли Верки Сердючки анонсировал тур по Америке, но желающих посетить его концерт за съёмку от 100 до 4000 долларов очень мало.